Добрый день, дорогие друзья! К нам часто обращались, и в этом году, и под видео писали, когда же мы сделаем чехольчики для растяжек. Вот эти растяжки, когда мы собираем палаточки куб, они постоянно путаются, мешаются, перепутываются между собой. Поэтому мы это сделали. Смотрим, как их сделать. Первое, что мы делаем, это фиксатор опустили. И всем известная петля в петлю продеваем. Все, зафиксировано. Кармашек здесь. Вот здесь петелечка есть на кармашке. Второй конец. Чтобы он не болтался и не долбил вам по палатке. Особенно ночью это крайне неприятно будет слушать. Мы его продергиваем растяжечку. И все. Вот он на растяжке. И привязываем палатку. Но, смотрите, когда мы все собираем. Вот, сворачиваем растяжку, как попало причем. Вот я особо не заморачиваюсь. Свернул, убрали и фиксатором затянули. Вот, в походном положении он не запутается, ничего. И он, вы знаете, всегда здесь. Под рукой. Когда надо, открыли, достали и растянули. Так, смотрите, ребят, будут они по отдельности не комплектно. Почему? Потому что у кого-то 4 хаба, есть палатки на 5 хабов. У меня палатка Family, она вообще на 6 хабов, поэтому их надо 6. То есть никогда не угодишь комплекта, но будут и отдельно чехольчики, если у вас уже растяжки есть свои. И с нашими, кто знаком уже, со штормовыми растяжками, которые очень удобные. Не надо там вертыш наматывать на него. Затянули, все. И держится. То есть и будет в комплекте чехольчик и растяжка. То есть смотрите, выбирайте, все доступно. И как всегда, ребят, тепла, комфорта. И уюта вам на рыбалке. Все, пока-пока.